Ампик Эксузян завоевал на европейском чемпионате золото. В финальных схватках он обошел сильнейших спортсменов из Польши и Украины. В целом же в соревнованиях участвовали спортсмены, ветераны дзюдо из 35 стран, всего 70 атлетов. Это как хобби, это без этого я не могу. И вот я тренирую детей, езжу на соревнования и борюсь. И другую технику берешь там от европейцев там, и так далее. И это все детям показываешь, и чтобы эти дети тоже эти всю технику знали. А Ольга Авдеева на чемпионате Европы, обойдя сильнейших соперниц в весовой категории до 63 килограммов, уступила лишь немке. Из Венгрии она привезла серебро. Там участвовали ветераны, начиная с возраста 30 лет и до 80-85 даже были участники. Будем стараться дальше выступать, так как единственный из города Сочи, с Краснодарского края, мы представляли вот на данных соревнованиях саму Россию и наш город в первую очередь. Теперь тренеры-победители будут готовиться к чемпионату мира. Он пройдет в сентябре в Голландии.